Раз-раз. Раз-раз. Так, ну хорошо. Что ж, мы можем потихонечку продолжать. Продолжать последний час конкретно этого стрима. Потому что дальше мне надо будет немножечко поработать. Так. А тут два сюжетных задания у нас сразу идет. Айтер это побочное задание, ничего себе. Ну тогда я, конечно же, пойду за Айтером для начала. Спасибо, брат. Хорошо. Unfortunately, we don't have. We did the best we could with what we have. After the chemical attack, some plants gained healing properties. They work like an antibiotic. But still, people here have strong opinions about healers. But you can hardly blame them. The folk healers give sound advice, but it can prove difficult to follow correctly. Misremember something, gather the wrong herb, or use the wrong dosage. And instead of medicine, you administer poison. Which has happened plenty. Because if somebody messes up one of the steps of the recipe, it could kill him. Exactly. But it's enough to listen carefully to the healer's instructions and follow them. The herbalist I know, she's talented. She's Ator's only hope. And what's his wife's problem? Superstitions die hard. Margaret has helped many people everywhere. Some just don't want to admit it. Звучит как какая-то дичь. Think I can help? You'd be doing us a big favor. What happened in Old Velador is terrible. We've lost so many people. As far as I know, Ator is our only witness. So if he dies, we don't find out what happened there. Exactly. Now, where can I find this healer? On COVID Island. Don't worry. You can trust Margaret. Братишка, крепись. Крепись, братишка. Сейчас будем тебя лечить. Будешь на здоровый, сильный, как раньше. Горы свернешь. Да, я правильно понимаю, что я к ним должен сейчас буду через полгорода нестись? Скорее всего. Как быть будет? В смысле, по-английски как или что? А, как бы кон будет, да. Да, точно. Так, чем ты меня порадуешь, солнышко мое? Хорошо.
Now that's what I call a good purchase. Кстати, раз ты улучшающий улучшатель, давай-ка мы с тобой улучшим мне улучшалку. А, ну для этого нужны деньги. В целом логично. А денег у меня, ах, какая жалость, нет. Ладно. Потом где-нибудь нароляю денежка. О, нормально, не пилить. И даже метро, через метро никогда метро не открыто, потому что странно, как эти станции открываются, я не понимаю. Вот мне бы сейчас было удобно, чтобы это... Мне бы сейчас было удобно, чтобы эта станция работала. Так нет, блин. Окей. Пойдем выполняться. А я могу? Там же, по-моему, нужно какое-то это. Там надо намного больше военной техники, чтобы его улучшить. Да, вон, видишь, его... А, стоп, улучшить. Вот он. Нет, не вот он. Да, его видишь, его прям нет здесь. А это значит, что я не могу его улучшить. Для него нужно больше военной техники. Или могу. Я забыл, как он выглядит, но я помню, что он был в какой-то отдельной строке. Да. Значит, эта девчонка не может его улучшить. Business, и я не знаю, с чем это связано. Но до конца я его... А подожди. Он всего лишь на 3 улучшается? Ну, то есть 1, 2, 3. То есть ты его берешь, ты его раз улучшаешь, и ты его 2 улучшаешь. Может быть, я его... Просто улучшил до победы. А, так я его улучшил до конца, все. Мне нет смысла его улучшать больше. Да, все. Теперь я вспомнил. Лучше уже не будет. Кстати, раз уж такая маза, а давай-ка мы знаешь, что сделаем, помнишь? Та сумасшедшая гонка, которую я так и не смог пройти с этим Али-Бабой. Я хочу попробовать пройти ее сейчас. Я ведь теперь умею летать вверх на этой штуке. Я думаю, что вполне можно это сделать. Тем более, учитывая, что хотя бы туда я могу на метро добраться. И на том спасибо. Смотри, еще раз. Задание, где надо использовать крюк-кошку, там так и сказано. Вы можете пройти задание только с крюк-кошкой. А в этом задании не было сказано так. То есть мне с крюк-кошкой физически не дают пройти такое задание. Значит, получается, что предыдущее задание, вот, которое я не мог пройти, его можно пройти и без крюк-кошки. Поэтому я очень хочу попробовать. Так, куда мне там идти до него? А вот прям, собственно, сюда и лететь. Си, лететь. А, вот оно внизу где-то, да?
Ах, как же я ошибся. Бывает, бывает, бывает. Бывает, простите. Простите, пожалуйста, я тут... Я тут так, проездом. И это я, значит, собрался, да, сейчас. Это я собрался сейчас это задание проходить. Угу. Ну ладно, шутки в сторону. Главное собраться и не обосраться. А знаешь, в чем прикол? Что я могу попробовать? Просто долететь туда теперь. А, да, Эйден, спасибо тебе большое, ты просто душка. На кой хрен он зацепился за эту срань? Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, она же быстро останавливается. Но я просто хочу пробовать. Как говорил Пушной, рубрика «Эксперименты». О, как? Ну, давай так, ладно. Не, мне кажется, я творю херню. Хотя, в целом, в то же самое время у меня начались галлюцинации. Это, кстати, нормальная штука. Мы, по-моему, в прошлый раз еще это поняли, но... Просто проговорить еще разочек. Фига себе, я быстрее начал лететь. Я прям намного быстрее начал лететь. Еще лучше, я смотрю. По-моему, первый раз я так туплю. Хорош. Ну, это намного быстрее получается. Я прям кучу секунд выигрываю. Вот у меня только сейчас получается через галлюцинации. А так они начинались, как только я садился в эту штуку. Блин. Нет. Да, нет, да, не знаю. Так, все, давай, Эйден. Без глупостей. Так.
Вот смотри. Так вот. О, прикольно. Ну, почти что прикольно, да? Ладно, допустим. Можно, конечно, было и получше попытаться. Во как лечу. Этого недостаточно. Этого было недостаточно. Я должен был на поезде катиться? Офигеть. Прям жестко. Неважно, неважно, Эйден, неважно. Ты сильный, ты справишься, я в тебя верю, дружище. Бред какой-то в этот раз получился. Ой, я ошибся. Ну, это неплохо, кстати. Так, чуть-чуть подождем. Эйден, дурак! Ну... Эйден, ты мудак? Да, Эйден мудак, я понял. Ладно. Так, все, последний разик. Окей. Может быть и можно, но очень-очень сложно. Хорошо. Хорошо. Нет! Стой, глупец.
Это просто восхитительно, ёп. И правильно, что ты умер. Да, именно так. И вот это мы тоже не видели. Хотя кого я обманываю? Мне кажется, что все очень плохо. Да. Ладно, все, я поплыл. Уже будем ждать крюк Ола ложку. Так, ладно, пойдем к этой целительнице. Я понял, где она живет. Она на этом островке живет. Ну, допустим. Как же я хорош. Стоп, а куда? А вот туда. О, я хочу вот туда успеть. И вроде как даже успеваю. Или не успеваю. Или успеваю. Или нет. Или да. Да. Урок я сделал. Забавненько. Так, надо потихонечку опускаться. И не говори, мне тоже по кайфу. Вот это не по кайфу, ну ладно. Бывает, бывает. Нет, это не сюжетка. Я посмотрел по дневнику, Эйтер это побочное задание. А мне надо с этим черри... по основной сюжетке надо с этим негром-майором пообщаться. Это эмерженция. Кто-то там? Кто там? У меня человек в дайре нужде хилера. She's asleep. Will she be awake soon? It's an emergency. Always an emergency. Like the time that young woman needed a potion to induce labor. And the guy who needed a salve for his hernia and... What else was there? Please wake her up. A man's life is in danger. It better be. If I find out he just has a hangover, I'll wake her up. But you'll still have to wait. Haven't seen you before. How'd you know where to find us? From the peacekeepers. Then you've come to the wrong healer. Get out. Haven't you all made her suffer enough? And now those renegades. There'd been a ceasefire for years. They left us alone. And then all of a sudden... Я вам жизнь спас, мудаки. Where were you when they were taking over the island? Я вам... Я спас вас! Тебя спас, гнида ты такая! You didn't come. Yep. They're gone. I just took care of them. I don't believe you. You're lying. Just to get what you want. Like all peacekeepers. Do we have a visitor, Gerard? I'll be there in a moment. It's a peacekeeper! What does it matter? Is a peacekeeper's life of less value? Listen, you arrogant little shit. Ваши, я хочу этого скота,
Разъебать. So you ask if a peacekeeper's life is worth less? It is to me. Worth less, far as I'm concerned. Нет, вот я тебе говорю, Айтер — это побочка, который был, да, в первом, с которым мы расстались, когда я первый раз Вальса увидел. Ну, когда я с ним первый раз законтачил, убегал от него. И вот сейчас там что-то случилось в Веридоре, пока я здесь фигней страдал. Ну, как фигней страдал? Спасал людей, между прочим. Well, I'm not a peacekeeper. I'm only trying to help one. All the same to me. Let him in, Gerard. I'm just a messenger. A doctor sent me. His name's Steven. Doctors shun folk healers these days. Using a folk remedy would harm his reputation. It already has. He sent me to you against the wishes of the man's family. Gerard? Yes? You said there was a man. He saved us from the renegades. Is this the man? What's your name, boy? Aiden. So, you are the one who saved us. We owe you a great debt. Ну, слава богу. And who is the dying man? His name's Ader. He's a high-ranking officer. Margaret, don't. If something goes wrong, you'll be blamed again. But if this goes well, perhaps it's a chance to help more people. А, она слепая. Blamed again? What do you mean? The last peacekeeper to ask me for help blamed me for his own incompetence. Gave his wounded soldiers the wrong herb, despite my clear instructions. And several died. Blamed it all on me. I'm only still alive because Jack Matt deigned to be merciful. Decided it was a tragic accident. He spared my life, but took my eyes. Жесть. Does this mean you'll help me? I'm out of the herbs you need, but I can tell you where to find them. You'll be looking for a flower called the recluse. It thrives in soil soaked in toxic sludge. You will be able to pick it up safely only at night, when its petals glow. But it's not enough to simply pick it willy-nilly. Only the small petals have the healing qualities. Beware of the big ones. They contain deadly poison. Can you remember that? Small petals heal, big ones poison. I'll remember. We'll regret this. I assure you. Старый пердун. Luan, I need your help. Sure you do. What's up? I'm looking for an herb. It's called the recluse. Oh, yeah. I'm familiar with it. I think those funny flowers grow by the canal, north of All Saints Bridge. That's where I'd look. It's a lead. And actually, I'd wait until night. Oh, thanks. Ciao. Ну, что ж. Раз надо подождать, значит, надо подождать. Значит, надо пойти поспать. Так. О, тут недалеко. Как удобно. Ой. Нет, нет, нет. Ну что ж, раз началась погоня, значит, надо погоняться. А где топор-то мой? Вот он. Опа. Следующий.
Опа. Следующий. Слабаки. Ничтожество. И это все, на что вы способны. Хорошо. Погоди, а какой у меня новый лук? Я что, старый не продал? Я что, дурачок? Да, я дурачок. Надо его снять. И вместо него использовать. Опа, я не знаю даже. Вот эту верну штуку. Так. И прям по щам. Хорош. Так. А где мне собрать этот ошейник? Тут, кстати, крипцы вообще слабенькие, второго уровня. До сих пор не понимаю, как работает уровень на этих локациях. Они раскиданы очень по-разному. Давайте-ка еще стрел. Стрел себе сделаем. Ну, штук 40. Вон вижу. Так. Я так понимаю, я где-то здесь должен это найти, да? Есть. Наказал сучку. Где это шейник-то, я понимаю, он в этом, что ли, в канале? Да нет, вроде. Нет, я понял, маленькие лечат, большие убивают. Но мне бы найти их сначала, эти цветы. О, что это? Это стрела. Черт. А, наверху, в смысле, все-таки они где-то здесь, да? А, вот он!
Так. О, вижу второго. Так. А, и вот третий цветочек торчит. О, еще цветочек торчит. Ну, может быть, кувшинки какие-нибудь. Ну, камон. А они одинаковые? Наверное, одинаковые. Так, это типа я теперь должен вернуться назад, да? Хорошо. А есть тут где? Вон, вижу. Ну, туда еще сначала добраться, блин, надо. Добрался. Всего хорошего. Чё сделал? Блять. Так, вот давай туда лети. Сейчас вот поднимемся. Все, погнали. Давай хотя бы так. А, блин, я сейчас умру. Не, нигде тут нету света. Фак, нигде нет света. А вот был свет. Но я бы не успел все равно. Но на всякий случай это убежище надо заарканить себе. Так, тут наверняка должна быть ромашечка, да? С медочком. Да, дальше. Да, вот сюда. Блин, долго еще лететь? Си, лететь. О, эта штука мне нужна. Там, по-моему, да? Да, вон вижу вентилятор. Сейчас мы на вентиляторе поднимемся. Их! Какое же удобство все-таки, да? Невероятно масштабно.
И аккуратненько вот сюда мы приземляемся. Идем спасать малыша Эйтера. Нет, нельзя. Так, маленькие лечат, большие убивают. Хорошо. He's starting to wake up. Thank you for your help. You can go. Wait, what's going on here? You went to the witch, didn't you? To this Margaret? Нет, что ты? A witch? Never met any witches. There's no such thing as witches. That's superstition. Superstition? Witchcraft is a crime! Please, just calm down. What's happening? We're losing him. Hey, give me those herbs. I forbid it! Keep that witch's poison away from him! I can give him an injection to stabilize him, but it won't last long. Did you tell her who the medicine was for? She killed his men! She should have had him for that, but Jack Mack had Aethel burn her eyes out instead! What? Did you tell her? She'll have given you poison, I guarantee it! Aiden, give me the herbs, damn it! Так. Вызвать лоун по рации? Нифига себе. Ну, погнали. How is he? It appears the medicine is as effective as I'd hoped. He needs his rest. We should all leave him be. I won't be far. It looks like you had Margaret pegged. She didn't want to poison him after all. Yes. Seems that way. How long will it take for him to recover? Days, weeks. He's strong and otherwise in good health, so days is a likely scenario. As long as he's allowed to rest. I'm sure his family will want to be by his side. А если бы я не помог, тогда выжившим она бы соврала. И я бы дал большие листки, и он бы умер? Такое могло быть? Ты не в курсе? Так. Ладненько, у нас есть еще немножечко времени. Я предлагаю. Не, я имею в виду, там мог бы быть интересно другой диалог, где. Ну, я так понимаю, что из-за того, что я тогда им помог, они вспомнили это и помогли мне. Вот. А вот мне интересно, может быть, она наврала. Я потому что. Я не понимаю, при какой ситуации Эйтеру можно дать большие лепестки. Да, то есть тебе достаточно времени, ну, тебе вполне четко дают. Это легкая задача, в отличие, не знаю, там от кода, который надо найти, чтобы открыть сейф. И получается, что ну, мне так кажется, в каком-то случае она, чтобы отомстить, могла бы нарочно сказать неправду. Ой, не Эйдена, а Эйтера. Так.
Так, хорошо. А там еще можно и этой позвонить. Ну, типа, по рации набрать. Очень интересно получилось. Так. Так вот. Я бы хотел восстановить электростанцию Гаррисона и отдать ее выжившим. Потому что миротворцы отсюда ушли. Значит, выжившие здесь сами по себе. Получается, что надо братишкам как-то подсобить в этом плане. Так что почапаю-ка я вот сюда. А это я еще подумаю. У меня правой локации еще не было ни одного квестика. Я вам только убежище смог одно найти. Так, ну пойдем. Но по пути мы, естественно, зайдем в магазин и скупим все хилки. Арбалет, говоришь? Ну, до арбалета еще дожить надо. Exactly. Алло. Она ни одной хилки не продает. Я не понимаю, почему нет огнестрела. Причем они даже сами иронизируют на эту тему. Сейчас. По-моему, у меня это сохранилось. Да, вот. Все оружие украли и спрятали сами зараженные, чтобы наверняка стереть человечество с лица земли. Шах и мат людям. Ну, то есть, они реально сами над этой темой угорают, создатели. Я не помню. Вроде бы в первом Dying Light оружие было. Поправь меня, если я ошибаюсь. Там же были, по-моему, и пистолеты. Да. А здесь его прям нет. Может, там просто закончилось. Goods are good. Так, а что там по времени, кстати, надо сейчас посмотреть. А, нормально, у меня еще полчаса есть. В крайнем случае. Как отсюда выйти? Разрешите выйти. Разрешите мне выйти. Я не понимаю. Сюда? Не сюда. Меня что, заперли? А, не, вот сюда, наверное. Да, фонарик. Смотрим. Лететь далеко. В каюте тепло. Какой брух, о чем ты? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Matt, what's up? I wanted to officially thank you. Aether's back on his feet. If it wasn't for you, he'd still be in a coma. Or worse. Glad he's better. Me too. Only he knows what happened in old Villador. And soon, thanks to you, I'll know as well. Over and out. Миротворцы прям такие благодарные. О, Господи, боже мой.
Так. Минутка Леголаса. Все собрали. Все собрали. Молодцы. Так, а где тут этот был? Вот. Кирп. Я могу. Я ж могу. Эти конченые мудаки. Вы бьете мне по щам? Ох, мне стыдно. Ну, у тебя-то понятно. А у меня сейчас 7:30. А в 8 у меня будет занятие просто. Вот. Поэтому я сейчас буду закругляться. На самом деле, не, эту штуку я сейчас не буду. Ой. Чё, куда? Сюда куда-нибудь давайте. Вот здесь. Всё. Давай посмотрим. Может, какая мельница есть? Во! Так, я назад полечу и открою вот эту мельничку. И на открытии мельнички, я думаю, мы и остановимся. Или у нас сейчас ночь, может быстренько зачистить. Кстати, да, давай-ка больничку быстренько зачистим, потому что... А почему что? А ее быстренько не получится зачистить. Не надо больничку зачищать. Да. Сделать зону безопасной? От кого? Кто в здравом уме будет на меня нападать? Это же великий ужасный Эйден. А, слепой я. Ну хорошо, я понял. Это я так. Это я пошутковал немножечко. Не убегай! Хорош. Слушай, я читаю сообщение так резко, потому что я же играю. Вот, и правильно читаю. Я не всегда успеваю за твои мысли, дружище. Бывает такое. О, прикольно. Я его типа пнул? So aggressive. Эти зомби. О, надо почему заварить. Готов. Господи, когда же я уже соберу 5к этих компонентов-то, образцов? Уж хочется закрыть этот гештальт. Как назло! Как назло закончились эти... Стрелы. А стрелы как челы. Так. Блин.
Ой. Только не смей, не смей, не смей, не смей. Не смей, не смей, не смей. Давай поднимаемся сюда, приземляемся. Отдыхаем. Мне кажется, я катаюсь вокруг да около. Да, я вообще не в ту сторону полетел. А я хорош. А не, мужики вообще не по кайфу. Я вот все жду, когда это... Может быть, на самом деле, рушануть сюжеточку... Ой. Сюжеточку, чтобы получить эту несчастную крюк-кошку. Мне кажется, она будет намного удобнее, чем этот. Чем парашют? Хотя бы вот по вот этому вот. Иди в сраку. Так, можно поднималочку, пожалуйста? Вот она, поднималочка. Все. Как я высоко поднялся. Так. А, во, все, погнали. Годится. Просто потрясающе. Видимо, надо немножечко подождать, да? Что там у нас? Фига я навыки паркура начал вообще царские... Это... Прибавлять. По-моему, сравнивался с навыками боя. 19, 21. Ну, почти. Ой, нафиг я так делаю. Так интересно. Что-то я не совсем понимаю. А, там переключать что-то надо, серьезно? А-а-а! Видимо, это не та палка. Или та. Я, кажется, понял. Спасибо большое, что сказал мне. Я бы, наверное, еще очень долго допирал до этого. Вот прям, ну, очень долго я бы до этого допирал. Потому что эту механику как бы вообще не презентовали никак. Погоди, а дальше как? А, тут еще надо что-то повключать, повыключать. В целом могу и так же допрыгнуть, правильно?
Да. Хорош. Ух. Ты не просто делаешь здесь безопасную зону, тебе еще открывается город, насколько я понимаю, вон, видишь? То есть, если это миротворцы, а это, ну, явно земля миротворцев основная, да, их локация, открывается их места обитания, где ты можешь найти либо квесты, либо лавочки. Вот я так это вижу. Да. Последнее, что я бы хотел сделать, пока не забыл, это наделать отмычек штук много. Ну, штук 50, думаю, мне хватит. Так. Хорошо. Хорошо. Ну да ладно. В общем, на сегодня я заканчиваю. Изипизи, спасибо, что был здесь. Спасибо всем, кто сегодня был, посмотрел. Если кто-нибудь посмотрит это на Ютубе, не забудьте и там тоже подписаться. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на Твиче. Те, кто сегодня посмотрел, те, кто в следующий раз посмотрит, пожалуйста. Подписка — это самое приятное. Давай, спокойной ночи. Я, если сегодня не буду запускаться, то уже очень-очень поздно. Так что, может, посмотришь завтра. А по поводу четверга, ну, я вроде дома, вроде как стримчанский, может быть. Либо я сегодня вечером попробую порезать, порендерить старенькое видео, а завтра запущусь. В любом случае, четверг я еще точно буду стримить. Все, давай, пока-пока. И всем, кто смотрел, тоже пока.